Здравствуйте, сегодня снова я, Александр Тускер, и сегодня у нас будет жопа приключений. Вот с этим, вот мы будем приключать приключения на этом гребаном старом заброшенном новом доме, которого администрация того района не доделала. Ой, хера себе, звучит как бревно, бля. Закрыто что ли? Закрыто, пошлите вокруг. Пошлите, давайте, короче. Сейчас Лёха будет руферить. Ты понимаешь, да? Да. Ты, блин, лошара, испортишь мой... Мне телефон будет платить 5 тысяч. Что это я так? Видно, не аккуратнее, рукожоп. Я это, блин, я вот делаю. О! Попробуй! Выход есть! Давай! Давай, лезь нахуй! Давай! Пидор, лезь давай уже! Тускер и то лучше тебя залезает! Шутка! Это безобидная шутка! Тебя мы решили подъебнуть, Лёха! Долбоёб! Спускаюсь на второй этаж, вы попробуйте выломать дверь. Поставим на пол? Нет. Не надо, он склеп. Сейчас завали, ебало. Сейчас эти лохопедищи будут ломать дверь. Да, эти лохопеды... А, ебать, дверь уже сломали. Вот это поворот, да, они дверь сломали, лошары, у, пиздец. Так. Чё? Сейчас будет, блядь, приключение. Я пока спускался на первый этаж, нашёл вход на чердак. На чердак? Тихо, ну ты чё? Блядь, ну ты мудила. Какие-то канализации. Чё это за хрень? Это, походу, главная дверь. Надеюсь, Рейка не найдем, а то пересерёмся от страха. Хотя у нас Рейка в Коноше нету, говорят. Тихо, главное, скрыться. Охранники. А ты уверен, что тут охранники есть? Я что-то не уверен, что тут охранники есть. О, что за надпись? Таинственные иероглифы. То самое чувство, как будто мы гробницу... Новые гробницы обнаружили. Какая-то лопата. Ни хрена себе. О, хрень. Лопата, ё-моё. О, давайте эту хрень. Пошли, Лёха, садись. Положено. Эта хрень прикольная. Вы бы хотели эту хрень, да? Я бы хотел. Лёха, бля. Чёрт, мы в каком-то лабиринте оказались. Походу, это сранник. Что летит? Да, это какой-то сранник, честно. Давай, Лёха, показывай дорогу. Пошли на второй этаж. Аккуратнее с моим телефоном. Чувак. Аккуратнее тут. Всякая хуйня. Вот мы идем на второй этаж. Вот почти уже на втором этаже. Вот лестница на чердак. Блядь, Лёха, я нихуя не вижу. Подожди, не залезай. Пошли тут, пройдемся. А? Это где я залезал? Ну да. Тихо. Какая-то беседка. Стенка тебе... Пузырь. Смотри, смотри, я палец засовываю в пенопласт. Смотри, Лёха. Смотри, я палец в пенопласт засовываю. О, да. Долбоёб. Oh,
какая-то бутылка. Ебать. Чё ебать? Вот это высота, блядь. Маленькая. Охуеть. Маленькая. Ебать, там пропасть. Хуя, блядь, маленькая. Там еле, блядь, видно. Короче, погнали. Там ёбнусь, блядь, блядь, и ноги сломаешь. Давайте быстрее. Давайте. Гоу на чердак нам. Ты чё, ебла? Вон там дальше, туда. Туда напись. Где? Бэби, чё? Чё? Бабучо какой. Вучо и чуть за хуйня. Какая-то хуйня. Кто-то тут уже побывал до нас. Пеной. С пермой, блядь. Так, где у нас выход? Вот он. Держи телефон. Ты че? Че, я внутри на чердак ебашится. Можно я тебе? Вон, сука, чердак. Ебать, ты лестницу нашел. Да. Чё, все туда поползём? Да. Ну ты ёбарь. Держи фонарь, свети наверх. Зубайся мне так. Надеюсь, не ёбнуться. Дай попробуй. Давай, мазохистку. Я второй. Я в очередь. Блядь, тихо, хоть. Не ползите следующую. Но... Я не рискну, я не хочу свой телефон портить. Обись, да? Давай, дальше залезай. Лёха, давай дальше. Ладно. Давай. Ну-ка, тогда дайте мне сначала залезть, ебланы. Ну, бля. Сейчас так долго проторчим. Ну, бля, ты долго там? Светишь мне? Так, я полез. Бля, а я пролезу хоть, а? Давай. А то я жирный, сука. Ух ты! Вот он, наш тускер. Тускер. Не, я не жирный. Я слегка тощий. Вот мы на чердаке. Он еще и не доделан даже. Неудачный, хуй. Шланг какой-то. Наверное, подают. Блять, потише. Через эту трубу, наверное, газ подают или сперму, или что-нибудь такого. И говна. Да тут кто-то наткончал. Аккуратнее, чуваки. Да, блядь. Смотри, тут уже птицы раньше нас поселились. И кошки, ёпка, не птицы. Ебать, ещё и кошки. Ебать. А высота там больше 6 метров. Какие тут 6 метров, тут, блядь, все 10 нахуй. Ты ебанутый? Блядь, 10 метров. Какой со мной? Блядь, я тебе говорю 10 метров. 8, 7. Ебать, что ты тут долбоёб? Блядь. Я не лезет. Да вообще классно. Догонял, играть там вообще. Ага. И ты будешь взять дорухер, который нахрен. Ох ты. Блять. Вот смотрите, пустую аптечку нашел. Хуйня это какая-то. Давай, спустим ее. Да нахуй не надо, Миша. Давай, раз, два, иди нахуй. Вообще класс. О, железо хорошее. Лёха, да. Тускер, помаши рукой. Ага. Телочки все смотрят. Да похуй. Телочки все смотрят. Шага, рука помаши. И пацаны, и пацаны. Пацаны и тёлочки смотрят. Всем привет. Дратути, ёпт. Каринка не согласилась с нами идти. Потому что она шлюха. Она боится. Потому что испугалась. Рейка. Засала, да? Какого нахуй Рейка, ёбушки? Ты чё, ёбушка? Жека, Рейка-то в помощь. Вот где мы поднялись. Это ладно, чупакабра или оборотни. Есть. Падает. А вот Рейка у нас, мутается. Ну, возможно, в синем то она и есть, но в этом-то нету. Тут только кошки да птицы побывали, и все. И один человек, или несколько. И на этом мы будем прощаться. До скорого. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.
А сейчас мы будем спускаться и отправляться домой в печечек. Так что всем пока.